Так, орудие труда возьмем. Шакал летает некоторые. Вот он. Один. Вот он. Собака. Вот он. Вот он. Шакал. Шакалит. Шакалит. А тут что-то интересное у нас тут происходит. Потом соберем. Это откуда? Подруга. Подушку залез под очки и цапнуло мне. Сами что ли? Конечно. Все. Все покинули, короче, избушку, остались одни собаки. А я иду посмотрю. Да нет, там что принес, уже падает вода. Я вчера ходил, уже падает. А я иду посмотреть лимончик. Сейчас другой. Япония лимончик. Да, смотрю. Этот пустой. Ничего хорошего на нем нету. А вот рядом, вот на нем. Это не лимонник. Да. Короче, не держит. Нечего ловить. Видал, где вода была. Видал. Ничего не знаем. Вот тут, короче, мы это с тобой удочки раскладывали. Их вообще воды нет. Нет. Тут остров. Тут не остров, тут вообще просто воды нет. Тут не течет воды. Здесь была вода. Здесь была, когда мы ходили, да, с тобой. Вот тут вот была вода, когда мы с тобой ходили. А вот тут вот этот островок был. Мы на нем удочки раскладывали. Что ты мне будешь рассказывать? Тут срамило просто. Тут ее не было никогда. Ой, да прошлое видео можно включить и посмотреть. Была это здесь вода. Прошлое. Ну что ты мне, а? Какое мне прошлое? Женя, речка, вот она не в бетон. Не было, речка не в бетон вот закатана, она не постоянно. Было, да, весной не было. Вот весной не...
Да. Иди в будку. Дай лапу. Дай лапу. Лапу. Лапу дай. Дай лапу. Красотулька. Да, малыш? Ну что? А? Все в сборе. Цыпа, цыпа, цыпа. Так, один, там где-то еще должен быть. Бля, слушай, крупные, а? Да? Отборная? То есть отобранная? И эти два тоже зацепи. 8. 10. 10, да. Ну выходи, выходи. Десять это за два дня. А не за один. А то сейчас начнутся там закурей топить, типа, смотрите, какие они молодцы. Чё, Андрюха, не идет? С сучками, да? Тяжело. Видишь, я подкрался незаметно к тебе. Вот, новое технологическое изобретение. Называется сушилка для белья. В крайнем случае, можно всегда переделать в этот, в электропастух. Ну, чтоб не это, не угнали бельишко. Ты выбрал самую плохую чурку вообще, какую только, ну, не самую плохую, есть и хуже. Ты за это, замудохаешься ее разбивать. Она в одних сучках целиком, вся, а это один сплошной сучок. Вот так уже 40 минут. О, что-то хрустит там, Андрюха. Это не спина хрустит или бревно? Есть контакт. Ну, Андрюха вообще, его ничего не остановит. Цель поставлена, но разломать он разломает. Вот они. Отдыхают звери. Отдыхаете, да? Вон лежит зачинщик. Ну что ты спишь, дремлешь? А? Ночью ты не спал ни хрена.
Всю ночь они, короче, кошмарили меня. Я не выдержал, в 7 утра уже они там завыли здесь вообще, встал им, дал им пистонов, она вкручивал. Чё ты? Чувствуешь вину? М? Ага, вот, я о том же. О, дал? Вон тоже сидит. Ну что ты? Тайга. Кто там? Всю ночь тяв-тяв, гав-гав. Давай глазки твои посмотрим. Ах, спишь, да, хорошо тебе. Что там у тебя с глазками? Давай. Ну покажи глазки. Тихо вы! Угу. Все, тихо. Тихо, не пачкай меня. Тебя отпустить завтра. Ой. Погулять. С кем пойдешь гулять? Ну все! Какая тайга вообще? Что она говорит? Буря? Это не тайга, а она такая, ну да, я согласна, только погладьте меня. Оп-оп-оп. Идем на сопочку. Не берись. Да, хорош. Схватился Евгений. Она вся в шипах. Прекрасная ветка. Жень, ты куда пошел? Да. Сейчас зоозащитники понабегут. Жень, вот еще одна, осторожно. Вот она в кустах сидит. Тут нахрен все в змеях. Ужас. Вон она. Видишь, да, зашевелилась. Короче, сюда не залазит. Так вот она, лавочка. Так ведь там куча на самом деле. Ну да, есть такое. Ну сволочь, смотри какая, а? Все. Пошла отсюда. Блядь. Это тоже уходит. Блядь, слушай, а вот это не орешник. Это не орешница, походу. У нее раскраска другая. Иди отсюда. Сволочь, блядь. О, тут надо все прощупывать, каждый шаг. Чтобы не нарваться на змею, блядь. Тварь такая. Вон там. Жень, не вижу. Не будем снимать жестокие кадры расправы со змеей.
такая красота. Ля-ля-ля-ля-ля. Наша сопочка маленькая. Не знаю, Жень, вот куда-то сюда поползла. Сюда свалила. Не знаю. Это... Тебе не кажется, что у него раскраска другая? Что-то можно. А? Не знаю, кто это. Грешник. Что-то не похоже. Можно. Саша решил картошечки пожарить. С дымком. Саша уже все слезы, какие были, уже все... От этого дымка. Ух. У нас тут идет тайфун. Лам называется. Второй уже за эту неделю. Помянем солнышко, да? Да, сегодня хоть было немножко. Солнышко. Немножко было солнышко. Не последний, а крайний. Крайний, да. Будем крепиться. Еще не знаю сколько. Эта вода не успела упасть с прошлого. Сейчас опять нахреначит вообще. Да, без рыбы будем сидим. Плавать. Рыбы хочу. Все хотят. Вон Андрюха тут перекопал. Перекопал тут все, блин. Тоже рыбы хочет. А речка у нас бушует, бушует. 19 августа, 9 часов утра. Вчера 7 часов, почти 8. Без конца ливень шел. А сегодня у нас солнышко, небо голубое, все прекрасно. Небольшая облачность и гладиолус. Вот такой вот. Пока один. Остальные еще не вылезли. Идем проверять, сколько водички нам падало. Ну вот как вчера я на камни заходил, так же я и сегодня на камни захожу. В принципе, не сильно. Может, сантиметра полтора навалило. Ну, это один хрен. Еще неделю мы не будем видеть рыбалки. Если дожди не прекратятся, то как и будем сидеть без рыбы. Единственная наша рыба — это консервированная. Ну и на том спасибо. Злата, Златочка, ты куда пошла? Это там где-то шарится, что-то себе места какие-то находит. Она там, наверное, спит, судя по всему. Ну, короче, у нас солнышко. И помидорки стоят. Помидорки почти съели. Ничего не помогает. Ни борная кислота, ни зола. Прилетает эта божья коровка и сжирает все. Она сидит. Точит. Это бестолку. Вот так вот обтрясешь. Через 10 минут они все... взлетают и опять начинают. Здесь вообще он сломал вчера дождем. Этот уже сожрали. Ничего не осталось. Этот сожрали еще дней 5 назад. Уже засох. Так что наши помидорки, судя по всему, даже созреть-то не успеют. Их съедят. Особенно жалко вот этот куст. На нем очень много помидор. Я это считал, что ли, 11 штук, что ли.
Отсюда вижу только 10. Значит 10. Ждали Иваныча. Ну, с такой погодой какой там Иваныч, ну, разве приедет? Там не то, чтобы приехать, там проплыть-то невозможно. Трэш такой творится на реке. Короче, этот тату-салон таежный. Делаем вот такого вот таракана Женьку. Сам ты таракан. Вот такой вот таракан, короче, будет. Это скорпиончик. Скорпиончик? Да. Ну, я бы, судя по размеру, это не скорпиончик совсем. Это что-то крупнее скорпиончика. Вот Андрюха на контроле. Андрюха сказал. Выходим на финишную прямую. Евгений, камеру включили, Евгений крепится как может. Замолчал. Просто. Как это было? Терпила. Терпит. У него нет выбора. Погостял. Нормально. Чё ты? Не воображай. Там фигня делов-то. Короче, вот такой таракан получился. Сам ты таракан. Таракан. Все как положено, с тенюшечками. Сейчас кровь выступает. Через белый ее хорошо видно. Но потом, когда заживет, будет нормас. Ну все. Теперь ты это, звездень Ютубе. Там местный авторитет ходит. Ну такой татуированный, короче. На свежак. Ходит, короче, это, настраивает звук. Евгений! Фу! Здрасте. Так, че? Идем на птицеферму. Незаконное собрание. Че нет? Незаконное это. Что за пикет, слышь? Давайте, расходимся. Нападать собрались, понял, да? Кыш-кыш-кы. Что, одно там, да? Вроде как. Да, одно. Что-то здесь они вообще не хотят. Ну. А это что-то отодвинуло. Да там дождем заливало. Вроде как бы это. Ну, короче, они только в двух местах несутся. Крыши сделали. Что там? 2, 4, 6, 8. Итого 9. Итого 9, да? 9. Ну, под по яйцу на курицу. В принципе. Че, погнали? Или что? Они, мне кажется, что они залазят вообще. Вот тут вроде кто-то сидел. Ну и сюда заходят, нет. Может опять перевернуть, как было. Но они здесь неслись. Ну, один раз, наверное. Я не видел.
Готовимся к откачке меда. Последнее. Андрюх, оставь ты это дело. Сейчас резинки принесет. Пацаны утверждают, что надо качать в хате. Я решил испытать на себе всю боль и отчаяние. Под гнетом пчел буду качать на улице. Оденусь так, потеплей, поплотней. Будем откачивать. Евгений там кубатынеры готовит. Что-то моет туда-сюда. Сетки всякие. Все дела. Водичку греем для ножей. На какое количество кубатенеров меда ты рассчитываешь? Один? Полный? Не знаю, вот пара. Посмотрим. По ситуации. Это пальма. На солнышке греется старушечка. Старушка греется на солнышке. Бабулька, я на солнышке. Горячая вообще, пипец. А, хорошо тебе, да, здесь? На солнышке. Пальма, у тебя как это, как у медведя, нижняя губа отвисает постоянно, да? А, пенсионерочка наша. Шел-шел. Личинку нашел. О, на линка. Нормально, вообще, вот это дура. Маленький не ударит, а вот большой может покуситься на такое животное. Обалдеть. Что же это за мотылек такой сумасшедшего размера будет? Пошла откачка меда. Присох. На. Подожди. Стой. Все. Давай, одна. Дыми. Отсюда уже вижу, следующая рамка запечатана. Там все прекрасно. Ничему тебе... Ничему Евгений жизнь не учит. Каждый раз получает. Только потом одевает сетку, шапку. Пчелы слегка атакуют. О, хорош вообще.
лезу на сопку. И заодно посмотрим, что по змеям в нашем королевстве. В прошлый раз вот здесь вот на камнях сидели змеюки. Пока не видно. Я сегодня в сапогах. Всякий пожарный. Кого? Это сегодня здесь не густо, вроде нету змей. Полез сюда на сопку поискать грибы. В прошлый раз я видел зачатки, так называемые. Там должно было что-то вырасти. Ну, немножко сбился с места, где я это все дело нашел. Опять что такое? Мягонькой на дубике. Вот еще дубик. После встречи со змеями шугаюсь, блин, каждого шороха в траве, где кузнечик прыгнет. Чуть неохота, чтоб меня кто-то цапнул. Во, короче. Мечта Евгения. Грусть. Настоящая грусть. Грусть. Грусть через букву Т. Оба он сейчас обрадовался. Но мы ему, конечно же, говорить не будем. Пусть сбрасывает споры. Пусть растет мицелий быстрее. Того глядишь, за пару лет здесь можно будет начинать собирать грузди. Так, это кто? Еще один свеженький, беленький вообще. Не знаю, что там Женя ходил, говорил, нету груздей, все, один только был. Что-то у него со зрением, короче, беда. Не знаю, ну грузди груздем. Что он там выдумывает? Сказки какие-то. Не знаю, не могу найти, короче, эти козлята, где здесь росли. Хожу, брожу. Ни черта не вижу. Где-то, знаешь, прям почти на самой вершине, рядом с бархатом. Вот еще один бархат впереди стоит. Где-то должны быть.
Ага. Что там? Ага. Поганки. Какие-то серьезные поганки. Придется руки мыть. Трындец. Фу, я уже употел весь. Нормально. Сейчас Евгению скажу, он скажет, что-то не верится. Обычный его ответ. То, что дубы тут растут наверху, ему тоже не верится. То, что тут бархаты растут, тоже не верится. Не знаю, прошел уже туда-обратно. Где же я видел эти грибы, а? Эти везде. Не могу найти. О, ягоды бархата валяются. Я тут пошел, короче, лимонник посмотреть. Увидел одну вещь интересную. Вот вернулся за камерой бегом. В надежде, что он не улетел. И кажется, он не улетел. Вон он. Вы только посмотрите на этого красавчика. Это огонь вообще. Цыпа-цыпа. Обалдеть, он не боится, не пугается. Какой красавец, а? Что-то у него с оперением, у него хвост, походу, отсутствует. Попробую подойти поближе. Если спугну, хотя бы буду знать, что у него есть хвост. По нему мухи зеленые ползают. Он какой-то битый весь. Ну что ты, красавчик. Ну не бойся. Не бойся. Все хорошо. Какой он офигенный, а? О, какой, какие крылья у тебя. Вот это материал. Вот это контент. Когти, огонь. Вообще суровые. Ой, сиди, 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 сиди. О, вот это я понимаю. Симпатично выглядишь. Что у тебя за беда случилась? Что ты сидишь, не двигаешься? Трогать мы его, конечно же, не будем. Потому что все-таки животное, птица жить хочет. Зачем ей лишний стресс? Все. Ротируюсь, ротируюсь. Все, спокойно, спокойно. До свидания. Вообще пришел за лимонником, посмотреть лимонник. Такими темпами мы сейчас тут что только не наснимаем, да? Вот так вот, кому расскажи, что видел орла в метре от себя. Никто же не поверит. Скажут, фуфло, трепло. Что-то лимонечко здесь как-то не густо висит, ну розовый вообще, там по две ягодки этот плохо опылили. А вон он сидит, орел. Гуля, гуля, гуля. Ну какой-то уставший. Селфи на память. Вот так вот, да, как-то. Типа на ладони. Вот там. Какой-нибудь кадр выдрать. Да, гулька. Прям не хочется уходить от него. Такой классненький, ну. Стрессовать его. Конечно. Вот он весь лимонник. Ой, розовенький. Ничего красненького.
Причем так прилично висит, нормально тут навешано гроздей, прилично. Я с биноклем, если что, разглядывать. Значит, как дело было. Взял бинокль. Ой, взял бинокль и пошел. Камеру не стал брать. Подхожу, значит, вон там вот к дороге. Ну, беру бинокль и смотрю на лимонник. Смотрю так на лимонник. Туда-сюда. Бинокль опускаю, глаза опускаю. И вот это вот сидит. Чудо в перьях. И смотрит на меня. Я так тихонечко отошел и побежал за камерой галопом. Женьку рассказываю. Типа, блин, а то, говорю, никто не поверит, что там орел сидит. Что-то чем выше забираешься, тем меньше лимонника. Пошел без собак. Собаки вообще категорически отказываются со мной ходить. Ни на сопку сегодня не пошли. Не сюда. Ждут пайку. Еду променяли, короче, на жизнь человека, можно сказать. На риск человека. Вот такой пока что. Рано еще собирать. Но на вкус уже не горчит. Кислый. А до этого горчил. И семечко внутри уже сформировалось. Приличное. Вот так вот. Маленькая какая-то. Где мой дружбан? Что-то я потерял его из виду. Он сидел вот тут. Да, вот тут сидел. Что-то нету. Улетел, походу. Улетел, так улетел. А может пересесть куда-нибудь на другое дерево или повыше забраться. Либо ему просто надоело. Чрезмерное внимание. Это вот насколько близко от хаты. Вообще впритык. Вот уже поворот. А, вон он, кстати, сидит. Нифига себе. Вон он сидит. Ой, дурной какой, а. Вообще. Дружбан, ну ты куда, тебя собаки сожрут? Иди отсюда. Вон, нахожусь прямо рядом с собаками. Сейчас посмотрите, на каком расстоянии приполз этот орел, короче. Сумасшедший вообще. Что он здесь забыл? Его собаки сожрут. Какая-нибудь баба сейчас зачует, она его порвет, как тузика. Вот здесь буквально. Не знаю, почему они до сих пор еще его не почуяли. Ну, конечно, это птица, это же не медведь вонючий. Вот где-то здесь он сидит. Так, это кто? Это не он. Где-то здесь он должен сидеть. Он вот тут вот эту лужу переполз и вот сюда куда-то почапал. Жалко птичку будет, сожрут ее без зазрения совести. Ни черта не видно, все солнцем, блин, освещено. Где ты, дурной, вылази. В принципе, он мог улететь. Вот такой у нас ручеек чумовой. Не знаю, не вижу. Надеюсь, что он смотался отсюда, улетел.
будет очень прискорбно, если его сожрут. Только выключил камеру, и когда шел сюда, наверняка это заснял, просто не заметил. Вот мои следы. А вот он сидит, короче, этот голубь офигевший. Вот я прошел в ту сторону, в сторону ручья, прямо мимо него. Иди отсюда, дурной, иди. Тебя собаки сожрут, дурака. Короче, он ни в какую не хочет. Я уже и палочкой в него, веточкой. Думал, сейчас отойдет. Не, вообще никак не хочет. Какая-то пришибленная птица, короче. Больная. Серьезно больная. А вон сидит, вон он сидит. И не чухает, что тут зверь опасный. А? Амур, не чухаешь? О, лимоник прям в притык растет. Нормально там. Гроздочки есть чуть-чуть. Не сильно много. На, Саня. Вот упаковал тут. Ушлепков этих полосатых. Сейчас посмотрим, как они там. Ты конкретики больше там. Кто ушлепки? Ушлепки это кто? Вот их сколько. Тихо. Вот смотри, мат. Ага. Вижу, да. Видишь, здорово. Да, все пальцами туда не тыкает, они тебе сожрет. А кто? Они меня? Вдруг она злая. Да я порву их. Как тузик грелку. Ну, закрываем. Где она? Куда свалилась? Вот она. Где? Вот она. А, вот она. Что-то они какие... Не трогай ее, не надо... Я манал отсюда бегать. Жень, да не трогай ты ее. Оставь ее. Оставь, закрывай. Зажмурятся сами здесь. Сейчас мы их стряханем. Только плотненько закрой. Ты переверни прям этот кубик так. Да, вот так. Пусть они там жмурятся. Их так не убьешь. Убьешь. Они все уже не взлетят. Андрюх, быстро бегаешь? Они говорят, все уже не взлетят. Ага. Они пешком догонят. Смотри, им пофигу. Вон она. Ну вот она, падла. Не надо ее трогать. Хочешь ее прижать, что ли? Давай. Не хочу я. Пускай живет. Пускай долго умирает. Все, завязывайся. Пчел ворует. Падла. Оба. Пальма, иди сюда. Да. Пальма, иди сюда. Чего, как дела? А мы тебя тоже снимаем. Ой, Иваныч. Опа. Здорово. Ha ha ha!
Здравствуйте. Александр. Варвара. Там еще Алина. Там еще старшая дочь Алина. Постараемся запомнить, с первого раза, нет, конечно. Сейчас. Ну, Евгений, запомним. Варвара, тяжело. Редкое имя.